Всем привет. Меня позвали на рыбалку. Завтра в 7 часов утра мы выезжаем на Онежский полуостров, на речку Кианда. Будем пытаться половить корюха. А сейчас я хотел бы вам показать, что я беру с собой на рыбалку. Ну, это, естественно, кузов. Меня все время ребята спрашивают, почему я не куплю себе простой рыбацкий пластмассовый кузов, как у всех. Я привык к такому, потому что в него влазит все. А все это что? Это вот стол, стул и все, что необходимо для рыбалки. Всегда беру с собой полотенце, теплые рукавицы и рабочие рукавицы, ножик, ну какие-то там запасные снасти, запасные ножи для рыбобора, скрепки для удочек, естественно, кантамутовку, лед вынимать, бутербродница, термос, удочки сколько надо, ну вот, все, что в принципе нужно. Ну вот, видите, все влезло. Я скажу, даже еще место осталось. О. Будет холодно, морозно, без понятия. Поэтому на всякий случай беру свечку для согрева. А, да, и еще фонарь, который ярко освещает меня в палатке. Такой вот он. Заряженный. Его можно использовать как большой аккумулятор для подзарядки телефона. А еще я с собой беру телефон, многофункциональный ножик, в котором есть ножницы, и отвертка крестообразная для отворачивания ножей. А еще я для того, чтобы не забыть, пишу себе записку на дверях. Наживка в холодильнике, морозилке. Дабы не забыть, а то прецеденты бывают на улице. Солнечно и очень морозно. Завтра будет еще холоднее. Посмотрим. Может, нам повезет. Сегодня в 11 часов 35 минут я сделал первую прививку от COVID-19. Нам привили спутник Ви.